Сотрудники СБУ задержали интернет-злоумышленника, который по заданию кураторов ДНР за денежное вознаграждение размещал в разных информационно-политических пабликах антиукраинские материалы. В них он призывал к насильственной смене конституционного строя Украины и гражданскому неповиновению действующей власти, сообщают правоохранители. Также сотрудники СБУ установили, что накануне телемоста главаря ДНР Захарченко с жителями Запорожья подстрекатель получил задание от так называемого Министерства информации непризнанной республики подготовить необходимые вопросы якобы от имени запорожцев с целью их дальнейшего обсуждения во время прямой линии. Ведется следствие.